Большинство соревнований пройдет на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура», а в Олимпийском парке международные состязания по двум дисциплинам шорт-треку и скалолазанию. Завершается монтаж универсального нового комплекса для военных альпинистов. Его уже протестировали в подмосковном парке «Патриот», откуда привезли и установили в Ледовом дворце «Большой», отметив, что аналогов такому тренажеру для скалолазания в России нет. Оценивал его готовность и заместитель министра обороны России Николай Панков. Организаторы уверяют, турнир для спортсменов с воинским званием должен пройти с олимпийским размахом. Звезда на пилотке или вот эта большая красная звезда – это всегда один из элементов знамени Вооруженных сил России. Сегодня на 15-метровую высоту скалодрома, которая отличается высоким уровнем сложности, была установлена вторая звезда. Уже известно, что Елена Исинбаева, олимпийская чемпионка по прыжкам шестому, достойна чести нести флаг России на торжественной церемонии открытия игр, которая пройдет в кёрлинговом центре «Ледяной куб». Здесь тоже подготовка подходит к финалу. Статс-секретарь Николай Панков интересуется не только готовностью спортивных объектов, инфраструктурой, но и сценарием проведения церемонии открытия и закрытия игр. Пиротехнические эффекты, движущиеся в воздухе объекты. Вот сейчас идет уже проверка с помощью управляемых дорог. Управляемые горелки, система кругового звука, позволяющая зрителю чувствовать себя внутри происходящего шоу. В играх примут участие несколько тысяч спортсменов из стран Европы и Азии. А для олимпийской столицы это вновь ответственность. Все те позиции, которые от города требовали организаторы игр, выполнены. Мы сегодня имеем полную систему безопасности в городе. Также мы готовы по волонтерам, готовы по транспорту. То есть практически мы готовы на 100% для того, чтобы военные игры провести на самом высоком уровне. О том, что происходит на каждом из спортивных объектов в горах и на побережье, можно будет наблюдать в ситуационном центре. Здесь развернется такое мультимедийное окно, отражающее дух соревнований. Наблюдаем. Приход, прибытие спортивных команд на объект. Значит, «Лаура», «Роза Хутор», «Большой» и «Айсберг» прибрежного кластера. Отдельно мониторим каждый объект. Отлично. Прибытие спортивных команд, заполненность стадиона, заполненность парковок. А побороться за первые места на пьедестале придется уже 24 февраля. В этот же день Сочи доставит из Москвы военно-спортивный огонь. Туда он прибыл из нескольких точек страны – Сахалина, Балтики, с южного склона Эльбруса. Объединившись в факел, он ознаменует старт сочинских зимних армейских игр. Около 500 военнослужащих из различных военных округов России, в том числе с Дальнего Востока и Сибири, прибыли в качестве волонтеров. Я вас прошу быть предельно собранными, ответственными, дисциплинированными, отзывчивыми. Мы очень надеемся, что вы таковыми и будете. И я убежден, что вместе с вами мы на очень хорошем, достойном нашей великой России уровне проведем это важное спортивное мероприятие. Международные состязания военных пройдут под девизом «Дружба через спорт». Будут разыграны 44 комплекта наград впервые в России, впервые на одной из лучших спортивных площадок мира. Осталось только болеть за звезд военного спорта. А министру обороны России уже доложили о готовности к проведению зимних игр в полном объеме. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.